Вот побеги молодые, хвоща полевого появляется. Как пермяки называют их, пистики. Наташа Мусина собирает такие. Делает из них салат или еще какое-то блюдо. Как птица поет здорово. Вот как интересно, сосна, и разве вот у сосны растут шишки прямо на ветках, на толстых? Обычно ведь на концах, где хвоя, а здесь прямо на ветках растут шишки. Необычное что-то. Вон как. Вот и луговые опята появляться начинает.
Вот и на наших полях ходит копаря. Хотя найти здесь вряд ли что возможно. Но вот такие вот сюжеты на дороге совсем не радуют. На видео на своем все время кричат, что мы ямы закапываем, закапываем. Вот, ямы, еще и бутылку мне сунули. Любители старины. Вот как интересно. Береза и рядом молодая липа. Два радужком растут. Жалко, макушку не кто-то отломил. Вот еще один шедевр березовый. Четыре штуки рядышком друг к другу, рядком стоят. Интересно как.